Тверской области продолжается ремонт шоссе Торжок-Высокое Берново-Старица. В этом году в эксплуатацию ведут 33 тысячи метров на участке с 4 по 37 километры. Сейчас подрядчик уже срезал старый асфальт, устроил выравнивающие и верхние слои нового асфальтобетонного покрытия. Работы по укреплению обочин выполнены на 19 километрах. На днях качество работ проверяла специальная комиссия. В самом начале масштабной ремонтной кампании этого года губернатор Игорь Руденя поставил задачу ключевое внимание уделять качеству работ, чтобы приведенные в порядок трассы долго не требовали повторных ремонтов. По инициативе губернатора правительством Тверской области утверждены стандарты дорожных работ. Степень готовности и качество ремонта на каждом объекте проверяет сначала рабочая, а потом межведомственная комиссия. День качества прошел на автодороге Торжок, Высокая Берново-Старица, ремонтируемый в рамках национального проекта. В ходе дня качества отобраны вырубки с асфальтобетонного покрытия, отобран верхний слой и выравнивающий слой. Толщина вырубки 10 сантиметров, что соответствует требованиям контракта. ГОСТом предусмотрен отбор определенного количества смеси для цикла испытаний. Мы все делаем в соответствии с ГОСТом, чтобы не было нарушений при проведении контроля качества. Соответствие отобранных проб нормативам проверяют не только в лаборатории заказчика, но и в лаборатории федерального учреждения УПРДОР «Россия». В случае обнаружения недостатков подрядчик обязан устранить их за свой счет. Гарантия на выполненные работы по устройству покрытия составляет 5 лет. На сегодняшний день работы на автодороге Торжок-Высокая Берново-Старица приближаются к 31-му километру. Работы близятся к завершению. После укладки выравнивающего слоя через 3, максимум 4 дня можно будет наносить разметку и также устраивать обочины. И данный кусок дороги будет полностью готов. Добавим, что ремонтная кампания продолжается и на других региональных автомобильных дорогах Тверской области. Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в текущем дорожно-строительном сезоне отремонтируют 259 километров. Две региональные дороги Осташков-Сележарова-Ржев и Москва-Рига-Андреаполь-Пена-Хитина уже введены в эксплуатацию.